Всем привет на канале All Dutchman. Сегодня мы вновь с вами вернемся к теме украинских беженцев, политики вокруг Украины, ну и так просто в двух-трех словах. Очень многие украинские беженцы, находящиеся здесь в Германии, до сих пор ездят к себе на родину для того, чтобы провести там отпуск, отдохнуть месяцок-другой, все-таки у их детей каникулы, детки, чтобы отдохнули, все-таки здесь у них друзей своих нет, другой менталитет, другой язык, совершенно другая социальная сфера, поэтому они едут туда, там остались их друзья, они едут туда, где идет война. А потом они возвращаются обратно и живут здесь дальше. Но тем не менее дети в школах кучкуются между собой, они не хотят интегрироваться в жизнь местного населения. В школах есть классы, именно украинские классы, там они ведут себя, особенно вот первый год, они вели себя ну, как хулиганье какое-то. Они обзывали учителей, они их оскорбляли, они кричали, они не слушали, не срывали уроки. Многие учителя просто-напросто не выдерживали, разворачивались и выходили из класса. Чего, кстати, эти дети и добивались. Через полтора года этих детей, которые отучились в так называемых этих классах, распределили по другим классам, потому что все-таки дети быстрее схватывают иностранный язык, чем их родители. И даже после того, когда их распределили в другие классы, они все равно стараются вести себя несколько надменно и высокомерно по отношению к немецким детям, с которыми они учатся в классах. Естественно, друзей у них по мизеру. И когда родители говорят, ну все, поехали на родину, отдохнем месяцок-другой от этой Германии, а то она нас уже достала, они едут с удовольствием отдыхать. А потом возвращаются сюда и дальше сидят, скажем так, их родители на пособиях. Многие работают, многие, но не все. Не все. Я уже вам рассказывал про одного блогера, который живет здесь в Германии уже годик, со своей женой, и они успели уже побывать на морях, причем открыто об этом заявляли, записывали видео, хвастались, вот сняли там дом, сняли тут дом, отдохнули здесь недельку. Меня просто иногда поражает наглость и хитрость вот этих вот людей. Неужели они не понимают, что это видео может попасть в руки их социального оператора, который выплачивает им пособие? И этот социальный оператор потом просто-напросто, если он действительно жесткий человек, он просто-напросто потом скажет, секундочку, то есть вы еще за год здесь ни одного дня не работали, а уже успели поездить на моря? А когда же будете работать? Ах, вы отказываетесь? Ну вот мы вам срежем 30% пособия. И все. Эта формула сейчас, кстати, уже действует. А в Тюрингии просто молча, без всяких громких скандалов или без всяких вот привлечений средств массовой информации, тем беженцам украинским, которые здесь прожили уже почти два года и так ни единого дня не работали, им просто-напросто в Тюрингии, им просто-напросто стали показывать на дверь. И уже несколько тысяч вот таких вот беженцев выпроводили с территории Германии. Хоть в Польшу, хоть в Чехию, хоть в Словакию, куда угодно, их с Германии выпроводили, так как они просто-напросто вели себя, скажем так, ну, неподобающим образом. То есть они не хотели ни работать, они не хотели ни интегрироваться в жизнь Германии, они хотели просто получать пособие. И особенно хлопнули по тем, кто был замечен в постоянных турах на этих фликсбусах между Украиной и Германией. Постоянно ездили как челночники. Туда-сюда, туда-сюда. Вот этих вот людей сейчас Тюрингия и выдворяет. Причем спокойно, тихо, без всяких громких заявлений. Некоторые политики делают свое дело тихо, но они его делают. И когда народ не замечает бардака на улицах, это не значит, что политиков рядом с ними нет или правительства нет. Правительство выполняет свою работу, но выполняет ее так, чтобы
не привлекать мнительных людишек к своей работе. Я надеюсь, вы понимаете, о чем я говорю. И вот вам еще один момент о том, что сейчас вот очень многие обсуждают, как Украина ворвалась в Курскую область, на 2 километра углубилась на территорию России и заняла несколько населенных пунктов. После этого, естественно, Россия сказала, что теперь уже ни о каких мирных переговорах с Украиной речи быть не может. После этого канцлер Шольц заявил, что с Нового года он уже не сможет подписывать финансовую помощь лично от Германии Украине, потому как у нас денег очень мало. И если и будут выделяться деньги, то из общего еврокотла, как он это сказал, из общей вот этой вот семерки индустриально развитых стран, но если и будут там немецкие деньги, то совсем чуть-чуть. К чему это он говорит? Наверное, скорее всего, потому что сейчас они ожидают ответного удара России, причем хорошего массированного ответного удара России по территории Украины. Они этого и опасаются. А что делает президент Зеленский? Он после того, когда их войска сделали прорыв на территорию России, он начал требовать нового вооружения, он начал требовать больше финансовой поддержки, он начал требовать больше танков, больше самолетов. Но вот получили же они самолеты F-16. Нигде ни о чем, никаких летных операциях вот этих самолетов нигде ничего не говорится. Где же эти самолеты, раз они их получили? Почему же они их прячут? Почему же они ими не работают? Почему все время мы слышим в новостях только дроны, дроны, дроны? Что с одной стороны, что с другой стороны. Может быть, действительно эти самолеты вам были не нужны? Может, вам нужны были дроны? Они намного дешевле и более маневренные? Никто из немецких политиков сегодня не может сказать наперед, чем закончится вот эта вот война между Россией и Украиной. Но многие политики уже устали от постоянных требований: дайте оружие, дайте денег, дайте то, дайте все. Когда американцы подписали программу Ленд-лиз с украинскими властями, украинцы все ликовали: вот теперь по Ленд-лизу нам пойдет все, что мы затребуем. Но, ребятушки, не забывайте о том, что вам по этому Ленд-лизу будет нужно минимум лет 50 расплачиваться той же самой пшеницей, той же самой рожью, тем же самым лесом. Всей своей экономикой вам придется работать на эту Америку минимум лет 50. Никто из вас не задумывался о том, кем была действительно развязана эта война. Кто подтолкнул вас к этой войне? А вы до сих пор бегаете и кричите друг другу, блин, вот эти вот нацистские лозунги, выбрасываете ручку, блин, на полях сражений вперед и кричите, что, блин, Третий Рейх не умер, блин. Ну это ж, ну, это идиотизм, блин. Это же идиотизм. Ну хватит уже, может быть, а? Просто вот хватит, потому что чем дальше в лес, тем больше дров. И, как говорили раньше, бойтесь гнева тихого человека. Когда этих людей начнут дергать по-настоящему, они ответят уже массированным ракетно-бомбовым ударом по всей территории Украины. Даже по тем местам, которые не затронуты войной. Но однако же люди из тех мест приехали сюда, живут здесь на пособие, а сдают квартиры в аренду тем, кто бежал с территории войны. Они даже по тем долбанут. И вот тем, кто прибежал сюда, ничего больше не останется, как действительно начинать здесь идти на работу, потому что то, что они сейчас имеют, пособие здесь и арендная плата за жилье там, это рано или поздно закончится. Ну и как сказал канцлер Шольц,
Ну да, ведь не везде же на Украине идет война. Есть же территории, которые не затронуты войной. Так ведь можно же, чтобы вот эти вот беженцы, которые не хотят интегрироваться в жизнь Германии, можно ведь их отправлять обратно. То есть немецкие политики уже просто-напросто начали уставать от этой наглости украинских беженцев, живущих здесь. Улицы в городах превращаются в те же самые молдавские, украинские или российские вот эти вот городки, переулки, где на около каждой лавочки валяется семечковая шелуха, валяются бутылки из-под пива. Начинается раннее утро, детская площадка. Выходят несколько украинских беженцев, мужики здоровые по 40 лет, садятся на лавочках с утра с бутылками пива, пьют, матерятся, курят. А в это время другие люди, женщины со своими детьми, немцы, на площадке пытаются хоть как-то детей развлекать карусельками, еще чем-то. А тут рядом сидят вот эти вот, галдят, бухают и кричат, еще матом их всех посылают. Это я говорю из примера моего знакомого, коллеги по работе, который живет тут в небольшом городишке, и у них на детской площадке постоянно такое происходит, особенно по выходным дням. Что уже люди полицию вызывали. Ну, полиция приезжает, видит, что это вот эти вот украинские беженцы, молча им так, мол, типа, уходите отсюда, вон там есть лавочки, там идите садитесь. А кто ты такой, чтобы мне указывать? О, менталитет супер. Кто ты такой, чтобы мне указывать? Перед тобой стоит полицейский, перед тобой стоит блюститель закона. Ты обязан его слушать. Ты не имеешь права сидеть на детской площадке и квасить, и ругаться, и материться, и плеваться на эту детскую площадку. Иди к себе домой на балкон, тебе квартиру предоставили бесплатно, там и сиди, там и бухай, там делай все, что хочешь. Или помогай со своих денег своему президенту, отсылай ему денег. Он же постоянно кричит, дайте нам денег, дайте нам денег. Вот возьмите половину своего пособия, отправьте ему. Сумбурное видео, да, вот так вот все до кучи получилось. Ну а как? Вот такая у нас сегодня жизнь. Тут смотришь на улицу, вроде солнце, бах, набежала туча, пошел дождь. Тут пролетела птица, следом за этой птицей пронесся в городе ястреб, хлопнул эту птицу своими когтями, все, птички больше нет. Зато другая птица живет. Тут ежик прошел, машина проехала. Все. Вот точно так же, вот сумбурно, вот по ситуации, очень много получается моментов, которые собираешь в одном видео, говоришь об этом, а получается какой-то вот винегрет. Но если действительно с Нового года прекратится официальная немецкая финансовая помощь Украине, то Украина сдуется. Это не я нацист или фашист или рашист, как там многие говорят. Один там кто-то написал, ну молодец, отработал свою тарелку супа от ФСБ. Молодец, иди покушай. Спасибо, что ты мне пожелал приятного аппетита. Того человека у нас на канале больше нет. Просто появляются люди, которые не понимают, что когда кто-то высказывает свое мнение на ситуацию, происходящую вокруг него, это не значит, что этот человек негативно относится абсолютно ко всему, с чем та ситуация связана. Человек высказывает свое мнение. А люди недоразвитые или интеллектуально не поднявшиеся выше уровня блохи, ведут себя под такими видео, как какие-то непонятные, блин, гопники. Ну, таких гопников вы все прекрасно знаете. Мы просто-напросто отправляем в бан. А всем остальным нормальным и адекватным. Не забудьте подписаться на этот канал, поделиться видео с друзьями, оставить лайк, свой комментарий и желающие стать спонсорами нашего канала. В описании каждого видео ссылочки на ресурсы, где вы можете переправить нам спонсорскую помощь. Ну не всем, ни одному Зеленскому требовать денег, да? Дайте нам то, дайте им все. Я вот тоже говорю, дайте нам денег на развитие канала. Ему можно открыто говорить, дайте нам денег, а мне что, нельзя? Дайте нам денег на развитие канала. И мы вам, для вас будем снимать еще лучше, еще больше и еще интереснее. Всем удачи, пока.